Телегазета. Реклама, информация, объявления. Заказ такси в городе Ивантеевка. Иномарки, низкие цены, встречи-проводы, выезды в аэропорты, вокзалы. Телефон 536-48-38 или бесплатный звонок по номеру 8-800-77-55-99-3. 8-800-77-55-99-3. Быстро, надежно и комфортно. Такси «Таюр» в любую точку города за 100 рублей. Фитнес-центр «Тонус Плюс» на улице Трудовая, дом 12Б, требуются преподаватели танца, бокса, йоги, детской гимнастики, рукопашного боя и самообороны. По вопросам трудоустройства звоните 8-903-546-89-18. Техникум имени Королева объявляет прием на обучение в текущем году в отделение в городе Ивантеевке. Подготовка рабочих и служащих под специальности. Мастер по обработке цифровой информации. Художник росписи по дереву. Швея. Подготовка специалистов среднего звена по специальности земельно-имущественные отношения. Прием ведется по результатам конкурса аттестатов основного общего образования. Приемная комиссия работает ежедневно, кроме воскресенья, с 9 до 17 часов. Справки по телефонам 8-496-536-1021, 536-08-61, 536-18-20. Сайт техникума Королева tspk-mo.com. Адрес: Ивантеевка, улица Заречная, дом 3. Интернет-провайдер IfStar сообщает для своих абонентов, что оплачивать интернет теперь можно с домашнего компьютера, с пластиковых карт, даже при заблокированном интернете. Пользуйтесь кнопкой быстрой оплаты на сайте IfStar в правом верхнем углу или на странице блокировки. Вниманию жителей Ивантеевки! Публичные слушания по проекту генерального плана Ивантеевки будут проводиться 23 апреля в 10 часов и 26 апреля в 16 часов в ДК «Юбилейный», 27 апреля в 18 часов в школе номер 2, а 28 апреля в 18 часов в школе номер 3. На работу в больницу Ивантеевки требуются педиатры и терапевты, отоларинголог и трансфузиолог, неонатолог, рентгенолог, врач по лечебной физкультуре, фельдшеры в школу и медсестры, медсестры в кабинеты физиотерапии. Справки по телефону с кодом 496, городской телефон 536-17-20. Клуб творческой реабилитации инвалидов и пенсионеров «Исцеление» приглашает на выставку «Творчество – наше здоровье», которая проходит в зале искусств Центральной городской библиотеки до 30 апреля. Вход свободный. 18 апреля в 12 часов в ДК «Юбилейный» состоится городской этап губернаторского открытого фестиваля конкурса патриотической песни «С чего начинается Родина». Участники конкурса – солисты, дуэты, ансамбли и вокальные группы города Ивантеевки. Приглашаем зрителей. Вход свободный. Ивантеевский музыкально-драматический театр приглашает на премьерные показы спектакля «Чайка» по пьесе Антона Павловича Чехова. 16, 17, 23 и 24 апреля в 18 часов пройдут спектакли в КДЦ «Первомайский» по адресу Дзержинского, 1А. Справки по телефону 536-46-21. Культурно-досуговый центр «Первомайский» приглашает на концерт объединений «Музыкальная гостиная» и «Серебряные звуки». «Весна», «Романсы» и «Любовь». 20 апреля в среду в 18 часов. Концерт с участием авторов-исполнителей Светланы Ермаковой и Татьяны Бардиной.
Приходите все, вход свободный. Городское общество инвалидов объявляет, что 22 апреля с 10 до 12 часов в помещении городского общества инвалидов по адресу Советский проспект, дом 1/28, квартира 19, состоится прием всех граждан с проблемами слуха по подбору слуховых аппаратов. Прием ведут сурдологи высшей категории. Клуб «Феникс» приглашает 22 апреля в КДЦ «Первомайский» в 14 часов, где состоится литературно-музыкальная гостиная «Через тернии к звездам». Вход свободный. 22 апреля в 15 часов 30 минут в Зале искусств Центральной городской библиотеки пройдет вечер, посвященный творчеству нашего земляка, заслуженного деятеля искусства России, академика Российской академии кинематографических искусств «Ника», выдающегося режиссера-документалиста Вячеслава Орехова «Характер и судьбы на фоне России». В программе «Просмотр фильмов Вячеслава Орехова» выступление друзей и коллег режиссера. Приглашаются все желающие, вход свободный. Уважаемые жители города, приглашаем 23 апреля во Дворец культуры «Юбилейный» в 17 часов на открытый фестиваль Ивантеевки по КВН. Участвуют команды Ивантеевки, Москвы и Московской области. Вход свободный. Администрация города, Управление социальной защиты населения Ивантеевки и Общество «Чернобыль» проводят торжественное собрание, посвященное 30-летию со дня трагедии на Чернобыльской АЭС. Собрание состоится 26 апреля во вторник в гимназии номер 3 в 15 часов. Приглашаются ликвидаторы ЧАЭС, родственники ликвидаторов, а также все причастные к этой трагедии. Справки по телефону 536-19-94. Уважаемые жители города, приглашаем вас принять участие во всероссийской акции «Бессмертный полк», который состоится 9 мая в День Победы. В этот день мы ждем всех на праздничных городских мероприятиях с фотографиями любого формата и любого оформления с вашими родными и близкими, участниками Великой Отечественной войны. В 10 часов на церемонии возложения цветов у городских памятных досок, в 10:30 на митинге у обелиска погибшим работникам фабрики Лукина, в 11 часов на митинге у обелиска погибшим работникам фабрики Дзержинского, в 12 часов на общегородском митинге у мемориала невернувшимся с войны, в 13 часов на возложении цветов у обелиска фабрики Рудой, с 13 до 16 часов на вахте памяти в сквере у мемориала невернувшимся с войны. По вопросам размещения рекламы и объявлений в любой программе Ивантеевского телевидения звоните на новый номер в любой день 8 985 063 62 56.